По информации Министерства здравоохранения, 12 июня в ДНР было выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции, 13 июня еще 30 и 14 июня 6 новых случаев COVID-19. В воскресенье исследования не проводились, лаборатория была на санобработке. Всего по состоянию на 10 часов 15 июня на территории ДНР зарегистрированы и подтверждены 833 случая инфекции COVID-19. На лечении находятся 586 пациентов, выписаны 209 человек, летальных случаев 38.